эксцентриссимо. Будучи Анной Семенович, сложно оказаться одинокой. Вот и появился очередной роман, который развлечет всех, кому не хватает своих приключений. На этот раз российская артистка покорила сердце греческого миллионера. У него нашлось столько денег и фантазии, чтобы заполучить взаимность. Шикарные букеты, прогулки на яхтах, бронь на 50 лет в люксовом отеле посреди Афин. Кто же устоит? Но мы помним, что редкий глаз не ляжет на Анну. И случилось так, что свидетелем зарождения романа стал другой ее поклонник, несчастный олигарх из Швейцарии. Или удачливый, просто мы не в курсе, потому что папарацци не было рядом. Он встретил влюбленных в баре и устроил потасовку. Все остались живы, оплатить разбитый хрусталь олигархам не составит труда. Зато они в очередной раз подтвердили истину. Нет, не ту, что про любовь и побои. Деньги – это сила. Не зря богатые любят разные драки. Владимиру Кличко год назад предложили небедные арабские шейхи провести бой эксклюзивно для состоятельнейших людей планеты. Выехать с ними на яхте и показать всю ярость в схватке с соперником. В этот раз удовольствие получить олигархам не получилось. Кличко отказал, но кто-нибудь другой согласится непременно. Эксцентриссимо.